проходили сбор. Сбор был в Кисловодске, была общая физическая направленность. Да, был такой хороший сбор ОФП. Затем мы съездили в Хабаровск, который на фоне усталости мы боксировали. И сейчас здесь сбор в Сочи. Мы провели определенную работу общей физической подготовки и больше технико-тактической подготовки. Да? И сейчас на этом фоне проводим спарринги, посмотреть то, что мы наработали, посмотреть ошибки. Эмоциональное состояние очень хорошее. Выходит боксировать желанием, на тренировку выходит с желанием. С утра на зарядке, все отдохнувшие. В общем, все хорошо. Сегодня мы работали в парах, такой, можно сказать, просмотрочный спарринг. Вот. Мы тренировались почти 2 недели, готовились, стояли в парах, набирали физическую подготовку, нагрузку делали. Вот. И сейчас мы работаем в парах, показываем, кто как потренировался, кто на что способен. Стояла я с замечательной Гелей Цатурян. Мы, я считаю, хорошо отработали, обе молодцы. Огромное уважение. Сочи — это прекрасно, солнце, море, пляж, друзья рядом. И, конечно, тренировки — это все дает огромный-огромный позитив.